Ребята, всем привет! Сегодня мы 24 часа покупаем и питаемся только по акциям. В какой магазин идем? Ленту или в Икею? Мы отправляемся сейчас в Ленту, ребята. Не забывайте подписываться. И главное, лайки. И я думаю, тогда точно, если вы поставите лайки, всего вкусного, главное, по акциям. И по акциям. И по акциям. Так, девчонки. Где на рынке? На распродаже! Активия, полезные йогурты! Так, в общем, я взяла вот такую колбасу Черкизова. Милан, мы же такую колбасу уже брали. Да. Понравилась, да, колбаса? Ну, кстати, очень вкусная колбаска. Главное по акции. Главное 50 по акции. Почти что процентов скидочки. Миланка взяла палочки. Это, Милан, ты с орешками взяла. Давайте открывать. С миндалем. Лик, ты можешь прям так колбасу... Да, пока Милана открывает, я вот сухарики буду открывать, тоже нужно почипать. А я думаю, можно пробовать? Конечно. О, это с томатом. Сейчас, подождите. Оп. Так, Милана, ты свои палочки ешь. Ну, палочки вот сейчас я отъешу. Они не открывают. Милан показывает свои палочки. Смотрите, вообще какая. Ой, ну какая вкусняшка, реально. А у Миланы, посмотрите, как много орешка. Это вообще вкуснятина. Мы уже, кстати, пробовали такие палочки. Они на самом деле очень-очень вкусные. Ребята, не забывайте писать, чьи же у нас покупки сегодня круче. У Лики или у Миланы? Вот такой вот густой йогурт. Вишня-малина, да, ничего да. Себе, я, это вкуснятина. Вот вишня-малина не пробовала еще. Но вот такой йогурт мы, по-моему, уже пробовали. Пробовали, но я имею в виду... С апельсином, да, по-моему, да, пробовали? Да, апельсином точно пробовали. Угу. И он понравился. А еще мы пробовали, по-моему, клубника киви. Не помню. Пока Лика пробует, я хочу попробовать вот этот сок. Ну, пробуй. Ну, пробуй. Куда полетела? Взлетаю на Марс. Вкусно? Очень. Правда? Прям малинка чувствую. Стаканчик ко мне! Стаканчик! С трубочкой! С трубочкой! Стаканчик с трубочкой! Пап, плиз! И хруст французской булки. А какой у вас тут сок? Ягодный, да? Земляника. Клубника, да, земляника. Если Лика не перельет, то будет все замечательно. Лика гений.
Ну, иногда. В смысле? Ой, сейчас поднимет еще буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ой, какая красота, Милана. Какая. О, я еще вижу тут мороженое клубничное. Да. Девчонки, у вас сегодня какое-то все клубничное. Мила, аккуратно. В смысле, какое-то все клубничное? Ты вообще видела, какой ее йогурт делала? Нет. Ну, так вот смотри, чарасли, курага, инжир. Инжир. Натурпродукт. Мил, ну как сок? Вкусное? Творожно-йогуртный продукт. Слушай, ну это вкусняшка. Вот, в общем, йогурт таки взяла. Что ты там, Лика, еще взяла? Взяла вот такой вот сырок, вот легкий такой вот, да, вот 16%. Какая, Лика, ты молодец, и колбаса, и сыр у да? тебя, и йогурт, и питьевой густой, и такой творожный. Ты просто гений, скажи. Ты молодец, Лик, вообще, нет, слушай, скажу, такая, ты гений, гений, гений. Вот, да. Милан, что ты хочешь? Я не держалась и похвалу. Это пастила. Не, это пастила, а не пахлава. Покушала, мне очень нравится. Да, мы уже, кстати, не первый раз берем такую пастилу, очень это с кусочками. Мне вот это нравится. Да, именно с кусочками мармелада. Вообще, ну смотрите, какая красивая. Ну как бы мармеладка, а бы сладкая. Ну как бы сладкая, да, ну как бы ешь дальше. Ну и что, я взяла мороженое, открывать сейчас не буду, потому что нет, не хочу. Нет, кстати, я тоже взяла. Девчонки взяли как Лика, так и Милана клубничное мороженое. И оно очень вкусное. А еще Милана взяла чокопай с манго. Это очень-очень вкусно. Это, кстати, это новинка. Это новинка, да. Но девчонки уже пробовали. И с кислинкой, да, Лика? Да, да. Именно вот это джем манговый. Угу. Ну что, девчонки, вы молодцы. Круто пишите, справили задание. Кто вообще круче справилась с задачей? Конечно, я. Ну, конечно, я. Я ну сейчас я. Все это буду... глазками взлетала, чего там. Я сейчас стоит? Это все буду дегустировать. Я тоже могу взлетать. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал. И на этом наш челлендж подходит к концу. Всем пока-пока!